Говорит, одни сплетни при тебе хоть постесняются. Габи сегодня сняла помещение для ресторана. Заскочила просто сказать. Поздравляем. В этом городе столько хороших ресторанов. А я купил аргентинский дровяной гриль. Огромный, так что за нами барбекю. Хотелось бы мне так готовить. Нам еще пару лет сидеть на окорочках и рыбных палочках. Вот оцени, раз ты ресторатор. Да, неплохое. Бомба. В школе я тоже мечтала открыть свой ресторан. Ресторан не для тебя. Риски большие, доходы маленькие, и ни минуты свободные на семью. Вот преимущество одинокой женщины. Ты не замужем? Какой недосмотр. Мы обязательно тебя с кем-нибудь познакомим. Спасибо, но я сама выбрала одиночество. Правда? Да. Никто не выбирает одиночество. Я выбрала. И нахожу в этом немало плюсов. Да, в свободе что-то есть. Ну да, вещи в доме всегда лежат точно там, где их оставила. Могу проснуться утром и улететь на недельку в Париж. Могу завести собаку, и завела. Она потрясающая. А если встретишь идеального парня, идеальных не бывает? Ты не хочешь детей? Чтобы иметь детей, не обязательно выходить замуж. Сейчас многие так и делают, но я пока не хочу. Ведь это же эгоизм. А иметь маленькое повторение себя — это не эгоизм? Неужели за этим столом нет взрослых? А кто будет платить тебе пенсию? И это не риторический вопрос. Мои дети. Ладно, у нас четверо. Один будет работать на Габи. А когда ей стукнет 80? Хватит. Кто о ней позаботится? Твоя мать в доме для престарелых. Потому что ей там хорошо. Их там развлекают. Должно быть, она благодарна. Я так далеко не заглядываю. Не вижу смысла. Кто из нас вообще дотянет до 80? 80 — это новые 65. Вставлю себе титановые пластины и на велотренажер. Ладно, проехали. Кто будет десерт? Я. Проехали. Подождите. Вот мы смеемся. А ведь с возрастом уже и привлекательность не та. С тобой патриархату ничего не грозит. Если это патриархат... Если? Если это патриархат, Аманда, то тебе он даже на руку. Ты же фотограф. Быть домохозяйкой — это выбор. Так теперь мы говорим обо мне? Я больше, чем домохозяйка. Да, она художник, Блэр. Я только хочу сказать, что вы пожалеете, очень пожалеете, поверьте. Поверить? Да кто ты такой? Кто ты такой? Прости, что испортила ваш ужин. Это он испортил. Как он так завелся? Так ты теперь убежденная одиночка? Глупости. С какой стати я стану оправдываться перед кучкой случайных знакомых? Ну да. А круто ты прижала его своим феминизмом. Черт, все так нападают на одиночек. Зря я пришла. Не глупи, это мой дом. Ты пригласила семейных? Они просто так зашли. Ну да, все такие расфуфыренные. Я не думала, что тебе будет интересно. Это так скучно. Как-то раз мы 20 минут обсуждали вред кондиционера для белья. Я не преувеличиваю. Целых 20 минут. Но он правда вредный. Просто ужасно. Не знаю, я даже подумала, что ты не захочешь больше дружить со мной.